Сегодня 6 мая, первый день тепла, 21 градус. Пчелы наконец-то после зимовки начали летать. Еще совсем нет ни зелени, ничего. Смородина вот только-только, почки начали распускаться. В лесу сходим есть подснежники, с них пчелы таскают обножку. Где-то расцвела еще ива, значит, вот желтенькая обножка еще идет. С тем годом, конечно, не сравнить. Вот беленькая обножка, свежая. Вот сверху ячейки, видишь, видно, что еще и лежат. Обножка и даже еще не прессанутая. Прошлогодние отводки маток выводили сами от племенных семей. Спаривание было на изолированном тачке. Что я маю сегодня? Вот, язык настроили уже. Тут, кстати, немножко попадаются рыженьки и пчел. Помечаем. Да, заметь. Сейчас посмотрим, сколько рамок расплода. Так, здесь уже засев. Все засеяно, эта маска. Аккуратно. Подожди, сейчас я почищу. Где это? Кого? Тебя кого? Язык весь засеян яйцами трутни. Точно? Тут не видно, да? Точно. Ну вот я говорю, уже можно маток через неделю выводить. Вот тебе и холодная весна. Среднерусские пчелы, они так и бывают, что холод, холод, холод. До июня холод, в июне раи полетели. Вроде и развиваться было некогда. Так, вот расплод. Вот такой расплод. Но в основном сейчас только открытый пошел. Сейчас потеплело. Засеяна вся рамка полностью. Так она та, и вон та засеяна. Я говорю, они начали это. Да, засеяна посреди личинка сплошь. Сними. Вот только начинается развитие настоящее. Ну а тут мед. Тут полно меда. Вот, в принципе, вот при таком количестве меда никакие подкормки не требуются. Вот он мед, и там мед в гнезде везде. Все три рамки. Вот еще три рамки медовых. Вот такие вот рамки вот медовые. Они стоят в гнезде. Тут, в принципе, можно их качать. Не то, что в качестве кормов использовать. Ну, поскольку что дальше с весной будет, мы не знаем. Пускай еще постоят. Вот расплод пошел. Первая рамка, вторая рамка, тут засела. Третья рамка. Четвертая рамка. Здесь на четырех рамках. Ну да, тут зато довольно он это такой компактный. Что там? Давай открываем, что там еще есть.
Здесь засев сплошной. Личинка молодая, засев. Но мы не считаем, 4 рамки. Пчелы полные были. Пчелы много, да. Меда много. Вот тоже мед. Там тоже? Ну, не мед, не как. Вот мед. Вот мед, перга. Рамка не поднять. Вот еще. То же самое. Мед, перга. И вот на последнее тоже там. Давай там почистим. Ну вот тех семьях было по 7 рамок, вот 3 семьи, а 6 рамок, 3 семьи. А так 5-4 в основном. Нормально для такой весны. Сегодня 6 мая. Нормально. К сожалению, за час путешествия по лесу я не смог найти подснежники. Где-то они есть, но пчелам виднее. Они их находят, а я их найти не смог. Хотя обошел не один километр опушек, южных склонов и тому подобное. Ну, может быть, еще найдем. Но, по-моему, шансов нет. Наконец-то я нашел подснежники. Вот эти беленькие цветочки. Как раз вот с этой белой пыльцой они. Но пчел пока на них не вижу. Ну, сегодня они пчелы и обножку. Сегодня 7 мая. Сегодня и обножку что-то они не тащат. Пчелы именно белую. Вот такие вот красоты весенней природы. Смотрите, какую поляну я нашел. Все вот белое. Белые цветочки. Это вот наш потенциальный пыльценос. Пробуем найти пчелу на них. Но сегодня холодно уже. Ветерок. Что-то пчелы не жужжат. Наверняка вчера здесь стоял гул. Ну и, кстати, очень, так это, нет, тут тычинки хорошие, пыльцы еще много. Что, попадется ли мне пчелка? Пчелок пока не вижу. Ну и вообще насекомых никаких нет пока. Всем здравствуйте. Пчел, к сожалению, нам на подснежнике не удалось обнаружить. Но подснежники мы нашли. Их, конечно, не так много. Но пчелы находят их значительно больше посева, видимо. И поэтому пыльцы с подснежника белой очень много. Вот. В общем, всем до скорых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оповещения. Ну, все, что хотите. Будем благодарны. Всем спасибо. До новых встреч. Смотрите, черная икра. Ну, жаль, лягушачья. Ну, черная. Такую в батонах продают, в баночках. По 70 рублей за 100 грамм. Наверное. Подхожу уже домой, вот наш участок, и смотрите, что нашел в кустах. Целая
лужайка подснежников. Вот такие вот подарки. А я только что 2 километра по лесу прогулялся в поисках этого.